Новикова Ольга, город Александров, Владимирская область, клиника Solo Dent. Главный врач и соучредитель. Потому что было интересно деятельность вашей компании и просто хотелось понимать стоматологический бизнес как бизнес с точки зрения владельца, а не с точки зрения врачей, потому что практикующие врачи, все владельцы клиники, совладельцы практикующие врачи. Как все систематизировать и как контролировать процессы в клинике, бизнес-процессы именно? Понравилось то, что все было лаконично, понятно, очень доступно и на цифрах доступно. И понравилось то, что вот акцентом прошло, что это просто. И, ну, на самом деле понимание пришло, что просто и возможно вот, контролировать все, развиваться дальше. Уникальность в том, что очень много разных спикеров, и разная информация и в доступном формате преподносится. Я даже больше получила, чем рассчитывала, скажем так. Именно владельцам, которые практикующие врачи, тем людям, кто открывал бизнес, как рабочие места для себя, чтобы они понимали, что бизнес и рабочее место врача – это разные вообще, разные вещи.